Всем привет! Хотела показать свое новое приобретение. Вот такие африканские улиточки у меня появились. Они у нас первый раз были в продаже, и я не удержалась, взяла. Это неретины. Что мне понравилось в них, они очень здорово работают с водорослями, их кушают. Не поедают вроде бы как растения, в отличие от ампулярий. Смотрите, какая она шикарная. Вот у нее не только панцирь, такой полосатенький, ну и нога, ну очень плохо, к сожалению, видно, и нога тоже полосатенькая. Они очень похожи на теодоксусов, и, судя по всему, они их родственники. Вот. Тоже тело практически еле-еле видно, только маленькие рожки выставляют. Вот. И я купила вот такую вот одну, еще две другого окраса, покажу в следующий раз, потому что они спрятались. Это буквально еще сутки не прошли, как они у меня в аквариуме. Долго их переводила на воду, потому что они чувствительные, более чувствительные, чем ампулярии. Вот. И по сравнению с ними, вот эта улиточка на краешке сучка теодоксус. Насколько маленький по сравнению с ними, взрослый. А это вот такая башня. Но это уже, судя по всему, взрослая улитка. Они недолго живут, к сожалению. Но у меня опыта не было, сколько они там живут, но красота, конечно, неимоверная. Есть некоторые повреждения на панцире, но это не ее вина. Видимо, разрушение вот этой скорлупы связано либо с физической травмой, либо с тем, что нехватка кальция в воде. Вот сейчас вот видно полосатенький панцирь, этот тело вот внизу, вот тут вот. Видно, полосатенькая нога. Вот. А другие у меня такие желто-красные. Как-нибудь в следующий раз покажу. Сомик по сравнению с ним, она большая. Но сомик пока еще маленький. Вот. Говорят, что от них тоже есть как бы некоторые проблемы, в том, что они откладывают яйца, но они не размножаются в пресноводном аквариуме. Вот. И эти яйца потом очень тяжело убрать с декорации. Ну, посмотрим. Теодоксусы тоже эти яйца вставляют. Правда, они должны выводиться вот вдоль, получается, стыков стекол аквариума. Вот такие вот это яйца беленькие этих улиточек маленьких. Так что такая вот африканская красота. Она мне напоминает, эта улитка, шоколадную конфетку. Двигается очень-очень медленно. По сравнению с ампулярией, она более такая задумчивая дама. На этом все, пока.